Добрый день, дорогие друзья. Мы ждем, я жду вот связь вот в этом волшебном ухе, когда волшебный человек где-то там в редакции, в аппаратной скажет мне: «Тим, пошла трансляция», и значит, можно начать нашу дискуссию. Поэтому пока этот специальный, неизвестный мне, но явно волшебный человек не сказал мне в наушник, что «Тим». И еще раз доброго вечера, дорогие друзья, дорогие гости. Сегодня мы поговорим о моде, о том, как она развивается в России в последние полтора года, а это непростые полтора года, о том, как работают российские бренды, российские дизайнеры, какие инновации они интегрируют в свою работу и как переживают довольно турбулентный период, в котором мы с вами находимся. Меня зовут Тим Ильясов, я исследователь моды. Сегодня я буду модерировать эту сессию, задавать каверзные, не очень каверзные вопросы. А беседовать со мной сегодня будут совершенно замечательные спикеры. Вот буквально со мной за соседним креслом сидит Светлана Алексеева. Светлана представляет бренд Алены Ахмадулиной. Это пиар-директор бренда Ахмадулина и Ахмадулина Dreams. Все-таки это уже не один бренд, а это целая солидная компания, состоящая из нескольких линий. Со Светланой мы поговорим в первую очередь о трехмерных виртуальных коллекциях, о виртуальной одежде, но не только. Чуть-чуть позже к нам присоединится Виктория Андреянова, основательница и дизайнер бренда Виктория Андреянова. Далее мы можем познакомиться с Ларисой Меньшиковым, генеральным директором Oruz Fashion, и узнаем о ее магазине аксессуаров, который работает в интернете. Виктория Рощининова, директор клиники Craftway. С ней мы поговорим об индустрии красоты. Все-таки мода и красота ходят буквально по одному пути, по одним рельсам, но вагоны это разные. И вот как наши, так сказать, поезда двигаются к светлому будущему красоты, мы поговорим с Викторией. И Игорь Чепурин, основатель российского дома моды «Чепурин», один из самых титулованных, известных российских дизайнеров. С ним мы поговорим о том, как его творчество, его дом, его коллекции переживают пандемический период, постпандемический период, и как, в общем-то, все это будет развиваться дальше. Один технический момент. Мы все понимаем, что мы живем в очень динамичном городе, в очень динамичное время, поэтому Виктория к нам еще присоединится, и все наши герои страшно занятые люди, и в какой-то момент Игорь нас покинет, поэтому мы не будем на это делать акцент, потому что все понимаем, Москва, она очень требовательно ко времени. Ну и, собственно, с Игорем, на самом деле, я бы и начал нашу беседу, нашу дискуссию о том, в каком месте находится российская мода в этот период истории, что ее ждет в будущем, какова она была и, в общем, как она будет развиваться. С начала пандемии прошло уже почти полтора года.
То есть мы уже как-то ее осмыслили, мы уже как-то с ней смирились, мы уже как-то ее поняли. И для одних российских брендов этот период, эти полтора года, стали периодом очень интенсивного роста. Для других периодом переосмысления, каких-то новых витков своего творчества и развития. Чем эти полтора года стали и для вашего бренда, и для вас лично, и в каком, на какой позиции сейчас находится развитие вашего дома, и какие, в общем-то, у вас есть мысли о том, как этот период его изменил? Да, я думаю, что говорить о том, в каком месте сейчас российская мода, я думаю, что это все-таки, наверное, должны другие люди, и я тогда все-таки возьму вот эту вторую прекрасную часть вашего вопроса о том, как мы все то, что имели, сохраняли, развивали и приумножали, и как мы находили что-то новое. Безусловно, история, которая сотворилась с миром, она была неожидаема, и каждый по-своему это все воспринял. Так как мы бренд, которому уже больше 21 года, у нас очень много разных точек, на которых бренд держится и существует. И это, наверное, всегда очень важно, хотя это очень сложно, потому что мы делаем и от кутюр, мы делаем прот-э-порте, мы делаем очень много коллабораций, мы делаем истории, связанные там... Мы бренд, который сделали Mercedes, который сделал еще что-то. То есть мы в очень разных зонах и очень активны в промышленном дизайне. Поэтому нам, наверное, немножко было чуть полегче, потому что, я не знаю, могу ли это говорить или нет, но я ни одного дня не мог себе позволить во время самоизоляции быть дома, потому что у нас было два серьезных контракта, и я каждый день ездил на работу. Мы еще как бренд... помогали государству бороться со всем происходящим, и наше псковское производство отшивало медицинскую историю для медиков, которые спасали людей. Это дало мне шанс работать и творить то, что я делаю, но именно, наверное, то многообразие всяких разных историй, которые мы осуществляли, и дало возможность нашему бренду, ну так глобально не заметить вот неких каких-то катастроф, связанных с индустрией. Мы доводили истории с прекрасный проект там с Paramount Pictures. Мы делали очень парадоксальную историю, как странно бы ни звучало, с AliExpress. И это нас увлекало в своих смелых решениях. И мы бренд свой не останавливали и двигали вперед. Конечно же, мы команду в большей своей степени отправили на самоизоляцию. Но мы набирали силы, мы все думали о том, куда двигаться. Я думаю, что... каждый фэшн-бренд, который занимается модой, а не который занимается продажами, то есть говорить о том, что ты производишь футболки и худи, и ты фэшн-бренд, это безусловно, но это, будем говорить, это слишком сильно и красиво звучит. Когда ты всю жизнь создаешь люкс, когда ты создаешь удивительно сложную одежду, когда ты создаешь некую историю российской моды, и таких людей достаточно, это, конечно, и Вика, это, конечно, и Алена, безусловно, у тебя немножко другие цели, другие задачи, и ты думаешь о том, как все, что ты имел, и сохранить, и в то же время развивать. И пандемия дала возможность в таком приостановленном формате подумать, а что же может быть дальше, а куда это все двигать. И понятно, что я максимально должен быть честен перед вами. Конечно, все, что касается люкса, все, что касается кутюра, это все... красиво, медленно начала просто парить, радовать, безусловно. Ну, парить, потому что ходить некуда, театр закрыт. И достаточно долгий период люди были в шоке от того, что их нормальная светская, даже интеллектуальная жизнь была, ну, по-своему, разрушена. И то, что мы, зона люкса, создавали, или даже не то, что зона люкса, те дизайнеры, которые создают дизайнерскую одежду, сложную, уникальную, конечно, мы должны были адаптировать себя и понимать, что же делать дальше. Наш пример таков, что мы
ринулись во все тяжкие, и мы начали очень активно сами инициировать какие-то любопытные коллаборации, которые дали нам возможность как минимум отвлечься от сумбурных мыслей и, приостановив немного деятельность, связанную с кутюром на время, и кутюром я подразумеваю не только линию от кутюра, а как бы очень сложных вещей. Мы, например, во время пандемии придумали проект, который сейчас является очень успешным коммерчески, но самое главное для меня, он очень успешен интеллектуально. Я придумал историю, что вот когда это все закончится, чем бы хотелось это отметить? Это хотелось бы отметить какой-то новой коллекцией. Коллекция, которая будет прекрасно воспринимаема девочками, мальчиками, мужчинами, женщинами. И я придумал историю, что мы как бренд создаем белые рубашки идеального качества, идеального кроя, очень модного объема. И приглашаем 7 совершенно странных, парадоксальных разных людей, которые никогда в жизни кто-то из них не рисовал и не мечтал. И мы дали им возможность сделать принты для этих рубашек. То есть мы соединили себя с обществом, с творческим обществом. И так у нас появился прекрасный композитор Рихтер, который, наверное, никогда не мечтал рисовать рубашки. Так у нас появился хореограф Максим Сивагин, с которым я сейчас делаю Ромео и Джульетта в Станиславского. Он тоже никогда не мечтал рисовать. Я, насколько соцсети мило работают, я вдруг вспомнил, что какая-то удивительная девушка из-под Перми, художница, сделала обложку итальянского Вога. Я ей написал в директе, эта девочка мне ответила, она для нас сделала. И мы создали вот эту уникальную историю 7 дней. То есть рубашки на 7 дней, 7 разных авторов. То есть я бы никогда это не придумал и никогда бы в это не вошел. Но мне настолько хотелось объединять творческих людей вот в этом коллапсе, в котором мир жил, что мы родили такую удивительную, красивую историю. Также мы сделали еще одну коллаборацию просто с моим другом. Я ему на день рождения всегда делал какие-то принты, а у него фамилия Зайцев, и у него всегда были какие-то зайцы. И мы с ним придумали историю такой домашней одежды для все-таки сидения дома. Эта линия выстрелила так, что она сейчас активно двигается в Америку. Я к чему? К тому, что я сейчас говорю не про то, что случайное, не случайно. Нет, я про то, что очень важно в это время было не развалиться. И прежде всего морально не развалиться. И те дизайнеры, которые аккумулировали всегда в себе творческий посыл, творческий азарт, те, которые были сильными личностями, прежде всего как люди, те, конечно же, двигались, развивались, и мы, как бренд, активны были в том числе. Не могу сказать, что не обошлось без жертв. Да, конечно, продажи падали. Да, конечно, то, что я... Никак, ну, так был устроен бренд, я не покупал ни одной ткани, не мог покупать ни одной ткани в этой стране, потому что мы не понимали заказы байеров, мы ткани заказывали в Японии, Швейцарии, Италии, Франции. И это все остановилось, это все развалилось, вся индустрия не поняла, как жить дальше. И только сейчас мы из этого выкарабкиваемся. Это было очень тяжело. И, наверное, это было самое тяжелое, потому что ты своим партнерам, людям, которые заказывают твою одежду в разных городах, ты обязан был смотреть честно в лицо, ты должен был делать качественную одежду, а ты иногда не понимал, где восстанавливать те ткани, которые ты использовал. И это, конечно, вот для нашего бренда самый большой минус. То есть минус в том, что мы оказались очень подвержены вот этой ассимиляции с миром с точки зрения дизайнерского высококачественного сырья. Но мы разобрались, как-то двигаемся и уже выкарабкиваемся. Это, наверное, реально самое такое большое неприятное для нас было событие, когда мы сами удивились, насколько мы привязаны к вот этим неким уникальным историям, которые есть в Европе. Во всем остальном, к счастью, вся команда сохранилась, во всем остальном все мы улыбаемся, во всем остальном мы честны друг перед другом, и все понимают, в какое время мы живем. У меня был очень... наверное, тоже этот пример будет очень важен о том, что же происходит, потому что, да, когда мы говорим, что бренд, который одел там Уитни Хьюстон, Мадонну, Шер, Пин, кого угодно, да, это красиво, да, это... Я горжусь этим, но... Ну, например, у меня в один момент каждый день начал заболевать человек в команде. Это было страшное время. Это было время кошмара, потому что у нас был серьезнейший контракт с Вторым каналом, прямые эфиры по воскресеньям одной очень сложной программы, где мы должны были создавать
огромное количество удивительно сложных и красивых вещей. И то, что команда практически оголенная, когда у нас процентов 80 люди не могли выходить на работу, и то, что мы все-таки справились, и ни зритель, ни канал, никто этого не почувствовал, это показало, что в такое вот страшное время мы умеем мобилизовываться, мы умеем быть командой, мы умеем быть личностями. И я этот специально пример привожу для того, чтобы мы понимали, что да, дизайнер — это лицо бренда, но команда, каждый человечек, который работает, это является та сила, которая и является, наверное, важным механизмом, вырабатывающим эту удивительную историю под названием фэшн-бренд. Так что были и потери, были и сложности, но сейчас мы так входим в ритм, мы сделали и уже завершаем заказы на лето 22 года, то есть мы в ритме, завершаем шоу-коллекцию лета 22 года, все замечательно, двигаемся в осень 23-го, то есть ритм моды налаживается, и это приятно, что есть возможность жить дальше всем нам. Правда, Алена? Исходя из вот вашего разговора, да, прекрасные слова, они достойны аплодисментов. Во-первых, проект про рубашки был очень красивый, я его видел. Во-вторых, в этом проекте мой отдельный какой-то такой респект и моя благодарность за тех героев, которых вы выбрали. Сегодня вы упомянули Макса Сивагина. Это один из самых ярких молодых хореографов. Его почти никто не знает, кроме вот профессиональной среды. У него какой-то маленький Инстаграм. Но мне было ужасно приятно увидеть в вашем проекте Макса, потому что это очень молодой, но очень талантливый человек, за которым будущее хореографии. Поэтому прям классно. И вопрос мой вытекает вот какой. Пока мне, возможно, я ошибаюсь, показалось, что большую часть вашего бизнеса сейчас занимают скорее спецпроекты с телеканалами, с какими-то костюмами для там, героев, для звезд, а не продажи, собственно, коллекции. Ошибочно ли это мнение? Или все-таки действительно вот в этом периоде истории спецпроекты вас кормят больше, чем прямые продажи вещей? Вы знаете, я могу сказать, что здесь, я, наверное, отвечу за всех. Период, будем говорить, до пандемии, когда произошел обвал рубля, и опять же мы здесь об этом должны говорить, практически 1/3 наших клиентов, они закрыли свои бутики по стране. Угу. Это реальность. Другая треть стала продавать только свои остатки, потому что у них не было возможности в том эквиваленте, который произошел, например, с евро, покупать даже вторые, третьи линии европейских брендов. А русские бренды тоже не дешевые. Соответственно, эти клиенты выживали как могли. И осталась только 1/3, которая могла себе что-либо позволять и, в принципе, с кем мы и продолжали работать. Я не мог себе позволить, и мы давно выработали внутри команды, что мы не бренд, который бесконечно всем может отдавать на реализацию, инвестируя непонятно во что. Мы иногда инвестируем в какого-то нового клиента один сезон, и дальше уже двигаемся по мере наступления профессионализма. И поэтому реально все, что в последнее время происходило, я думаю, у всех, это была история, которая я ассоциировал с тем, что происходило с экономикой в стране. И так как ты продаешь дорогой продукт, мы не масс-маркет, мы не могли продаваться в каких-то малюсеньких универмагах, либо у каких-то магазинов с непонятной историей. Поэтому 2/3 наших клиентов, одни умерли, другие заморозились. И сейчас, к счастью, это немножко как-то развенчивается в лучшую сторону, но очень медленно. И мы собрались, я думаю, здесь не для того, чтобы писать красивую историю моды, а говорить о реалиях нынешней моды. Поэтому, да, безусловно, чтобы сохранить самих себя и сохранить команду, мы максимально активизированы в очень разных проектах. Это, в этом я не вижу ничего дурного, потому что
Вообще не вижу ничего дурного. Это дает нам любопытное развитие. И это дает нам возможность, наоборот, расширять команду свою. И когда мир немножко, надеюсь, придет в себя, и когда в нашей стране те, кто погибли, заново родятся, это все равно как цветы, магазины как цветы, то все встанет на какие-то свои рельсы. Я верю, по крайней мере, в это. Но сейчас то, что говорите, это верно. И верно то, что мы находим новых самих себя. Я могу с гордостью сказать, я пока не имею права сказать, что это такое. Я сделал дизайн внешнего облика одного очень сложного завода, который производит очень сложную историю, которую построили итальянцы в нашей стране. И мы завершили эту работу. Это огромнейший завод, он дико красивый. Он был просто полный, как черная баржа, огромнейший. Просто в пустыне стоит. И он дикой красоты. То есть это уже промышленный дизайн пошел. И я рад, что мы еще галочку себе поставили, что мы это можем. Получается, что фактически сейчас мы вернулись к идее бренда личности и бренда, завязанного на личности. И фактически все находится вокруг вас как героя, а не только вас как компании. Ну, то есть справедливо ли будет сказать, что если вот вас, как Игоря, герой, физическое лицо, вот сейчас там, из этой структуры убрать, то бренду будет намного сложнее выжить, чем непосредственно с физически существующим вами здесь? Понимаете, если мы даже говорим о знаменитых западных брендах, которые продавались, то это официально объявляется, что дизайнер либо умер, либо продал бренд. Говорится, кто его преемник, и дальше к этому относится адекватно. А когда начинается история, ну, это было, например, все последние годы, к сожалению, у Ив Сен Лорана, когда он практически уже не работал, и все не понимали, что происходит. И только когда официально было объявлено о продаже и пошла новая история бренда, все встрепенулись, потому что история очень красивая. Конечно же, все держится на нас. Конечно же, мы, давайте опять же говорить честно, в нашей стране нет индустрии моды. Ее нет. И мы, я, например, реально ощущаю и знаю очень, я сейчас скажу, циничную историю, которая мне, наверное, больно в моем сознании воспринимается, но так оно есть. Вот наше поколение, я сейчас не буду говорить о нашем возрасте, но Виктория и даже Алена, мы всего лишь создаем бетон, фундамент. А что дальше построят на нем, мы не знаем, потому что это будет другое поколение. И это поколение, мне пока непонятно, куда двигается, потому что это поколение с удовольствием живет только на футболках и худи и свитшотах. Следующее поколение не очень активизировано в дизайнерской одежде. И что на этом бетоне? Мы положили реально свои жизни на то, чтобы создать, чего не было. Потому что после 90-х легкая промышленность была разрушена. Все фабрики были, большинство, закрыты. И мы вот такие полоумные прекрасные люди, которые творили, показывали свои коллекции, двигались на Запад, экспериментировали без всякой поддержки. Нас никто не поддерживал. Мы реально создавали фундамент некой индустрии моды, которую, надеюсь, когда-нибудь будет. Ну, бетон, нужно отметить, действительно вышел очень качественный фундамент, очень прочный. Я просто могу привести очень простой бытовой пример качества этого фундамента, о котором говорит Игорь. В универмаге «Цветной» на 4-м этаже представлено много корнеров с российскими дизайнерами, самыми разными, в том числе очень молодыми марками. Там есть корнер Игоря. И я много хожу в «Цветной», там копаюсь в этих вещах. И когда я беру в руки вещи с маркой Чепурин, ты понимаешь, насколько они точно сделаны, качественно сделаны, из каких тканей они сделаны, какие там швы, какая там обработка. И, конечно же, я понимаю, о чем вы говорите сейчас. Вот сравнивая просто физически две эти вещи, ты понимаешь, что вот на этом бетоне и может все как-то удержаться. И как бы продолжая тему вашего нынешнего творчества, я знаю, что есть красивый ролик, который у нас там где-то заготовлен на экране, и я думаю, что нам было бы интересно всем его посмотреть. Thank you.
время пандемии мы продолжили работу над коллекциями. И когда появилась возможность, сделали очень красивое шоу в октябре 2020 года. Мы не стали давать название коллекции. Мы не стали привязывать к сезону. Мы просто ее назвали «New Seasons». Магазин был закрыт, мы сосредоточились на онлайн-продажах и на всевозможных коллаборациях. Одной из таких коллабораций является создание серии рубашек, которую мы создали в соавторстве с архитекторами, музыкантами и арт-стрит-художниками. Специальному приглашению наших французских партнеров мы во время пандемии смогли выехать в Прованс и сделали успешные и очень результативные примерки нашего нового балета. И балет получился очень качественным, очень эмоциональным и очень чувственным. Я думаю, что мы сейчас можем отпустить Игоря. Я помню, что вы говорили, что вам нужно пораньше. Если есть какие-то вопросы, если я могу быть кому-то полезен, я с удовольствием отвечу. Но мне кажется, что у нас столько замечательных, прекрасных здесь людей, и мода реально такая объемная, что я маленькая песчинка в этом вот многообразии. Спасибо вам большое. А я бы хотел перейти к такому блоку более бизнесовых вопросов. И в ролике Игоря было отмечено, что его бренд сфокусировался в том числе на онлайн-продажах, как и, в общем-то, вся индустрия моды, которая была вынуждена в отсутствии офлайн-продаж и офлайн-торговли заниматься онлайн-продажами. Для кого-то это было вызовом, нужно было очень резко кидаться в онлайн, для кого-то это была понятная история. И для начала я хочу задать этот вопрос о соотношении офлайн и онлайн-продаж Свете Алексеевой и Вике Андреяновой. Собственно, вопрос мой такой общий. Вот сейчас, когда уже прошло полтора года с момента начала пандемии, когда уже вроде бы и магазины работают, и мероприятия вернулись, и жизнь как-то наладилась, можно ли сейчас сказать, что структура онлайн-офлайн продаж изменилась? В какую сторону она изменилась? Ну и опять же,
почему я хочу вот с вами сейчас поговорить, потому что и у Виктории, и в бренде Алены Ахмадулиной есть и первые, и вторые линии, соответственно, тут вопрос, как это все онлайн продается, как распределяются эти продажи, и ну, ближе ко мне сейчас сидит Светлана Алексеева, пиар-директор бренда Алены Ахмадулина, как у вас все сейчас с онлайном, превышает он офлайн-продажи, меньше ли, каков процент, в общем, что со всем этим происходит? Ну, наверное, я начну с бренда Ахмадулина Dreams, потому что в нашей второй линии как раз это, наверное, более для нашей второй линии это более актуально. Можно сказать, что к пандемии мы подошли с не очень прокачанным онлайн-магазином именно по нашей второй линии. И пандемия нам показала как раз все слабые места в организации продаж, и, соответственно, мы начали над этим активно работать. Можно сказать, что по сравнению с 2019 годом, сейчас, вот в 2021, объем онлайн-продаж именно вырос в 6 раз. И сейчас он составляет порядка 15% общего объема продаж, учитывая, что ну, как бы огромную сеть бренда Ахмадулина Dreams, да, это там уже около 30 магазинов по всей России офлайн, и порядка 15% дает именно онлайн. Если учитывать, что до пандемии это не было там и 4%, то рост прямо драматический, я бы сказала. А первая линия, она онлайн вообще продается? И есть ли у нее какой-то шанс развиваться онлайн? Или все-таки, когда мы говорим о люксовых вещах очень высокого качества и довольно высокой цены, важно, чтобы человек ее пришел, померил, и онлайн такие вещи не продаются? Безусловно, у нас продаются вещи онлайн, потому что у нас, ну, как бы, и мы продолжаем развивать онлайн-магазин именно первой линии Ахмадулина. И у нас сейчас достаточно много таких именно как бы коммерческих вещей, да, которые можно покупать онлайн. Как бы. Но, тем не менее, в первой линии, конечно, очень большое внимание к сложным вещам, да, которые по-прежнему хочется мерить, трогать, видеть вблизи, рассматривать сложный декор, сложную вышивку и так далее. И, конечно, в люксе все равно офлайн-продажи, они остаются на своем месте. Ну, особенно учитывая особенность бренда, вот это вот продажи через впечатление, через атмосферу. Ты указала в своем первом ответе, что вы обнаружили некие слабые места в онлайн-продажах. Можешь ли ты отметить эти слабые места, в чем они выражались и как вы решили проблемы? Ну, на самом деле совокупность, да, всего. Там очень было много моментов, на которые предстояло обратить внимание. Это и ну, как бы некие стыковочные моменты, там, цепочки продаж, да, и взаимодействие с службами доставки, и проработка, не знаю, контактов с клиентами. Да. То есть это, правда, совокупность факторов. То есть нельзя сказать, что какой-то там один был решающим. Нет, нам предстояло проработать ну, прямо комплекс. И команда очень, на самом деле, круто и эффективно справилась. Виктория, как у вас все изменилось с онлайном? И в первых линиях, и в более широком продукте. Радикально ли что-то изменилось? А включите микрофончик. А, вот. Дело в том, что за два года до пандемии мы начали работать над стратегией, где все, что выходит из-под моих рук, называется именем бренда Виктория Андреянова. То есть наша вторая линия пароли by Виктория Андреянова, она не должна была фигурировать как отдельная линия. То есть был не фонит. Да, фонит. Звукорежиссеры, можете что-то с этим сделать? Может быть, потише мне сделать?
микрофон. Нормально слышно меня? Да, нормально. Вот. И мы разработали с нашими аналитиками такую программу постепенного ухода от второй линии. И сейчас мы развиваем бренд Виктории Андреяновой в логике треугольника. Ну, это известная такая схема, когда вверху треугольника делается люкс, середина — это такие вот как бы трендовые вещи. И в основе треугольника это база, та, которая нужна всем. Это, по сути, то, что мы раньше делали во второй линии. И аккурат к пандемии мы подошли уже с выходом на вот этот проект одной линии. И надо сказать, что если бы мы этого не сделали, мы бы, наверное, закончили свое существование, потому что вторая линия, она требовала от нас постоянно оборотных средств очень больших. И вот не могу не поблагодарить фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса, который нам помог сделать реструктуризацию кредита, и директор которого сегодня выступал в первой сессии. И хочу уж в одну кучу, извини, поблагодарить МЭЦ, всем известный нам, да, который меня толкнул на внутреннее преобразование. Это вообще дорогого стоит, потому что я сейчас учусь в Сколково на курсе «Экспортер». Вот. Да, я там самая старшая, но это меня не смущает. Это потрясающая энергия, и всем коллегам я рекомендую. Это абсолютная перезагрузка. И самое главное, что осуществляется моя мечта. Когда мы стояли на выставке «Траной» в Париже, мы продавались в Европе, в Японии, моей любимой. И вот сейчас на «Между модулями» я разрабатываю несколько гипотез возвращение в эту прекрасную историю. Вижу, у вас здесь вот заявлена презентация. Да. Путешествие как образ жизни. Можно на самом деле начать? Да, я просто вот да. Не знала вашей презентации. Будем с вами тогда в процессе импровизировать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Давайте тогда представим, о чем эта презентация «Путешествие как образ жизни». Это о новой коллекции, о подходе новом. Да. Если бы мы сейчас с вами оказались в новой Третьяковке, то кроме смотрительниц Третьяковской галереи, которые теперь носят мою форму, мы бы еще увидели выставку, которая называется «Коллекция впечатлений». Это выставка музея, Московского музея дизайна, который теперь базируется в Новой Третьяковке и сохраняет все советское, надо сказать. Спасибо им за это большое отдельное. И это выставка про несбывшиеся впечатления. Это вообще очень интересно. Меня пригласили на открытие этой выставки за 3 дня до выставки. И говорят: «Виктория, приходите к нам на выставку коллекции впечатлений». Я говорю: «Как? У меня же коллекция следующего сезона, весна-лето, называется «Коллекция впечатлений». И посвящена она несбывшимся впечатлениям, то есть несбывшимся путешествиям». Они тут же организовали 3 прекрасных манекена. И уже на открытии выставки фрагмент моей новой коллекции, следующий, был, собственно, участником этой выставки. И вот эта коллекция впечатлений, она уже побывала в Плёсе на фестивале как называется? «Льняная палитра», да, и посвящена народным промыслам, льнам, и прекрасная там была работа, где я на самом деле успокоилась за нашу родину многострадальную и поняла, что вообще Иваново живо, город невест. Такие качественные модели там, прекрасные манекенщицы, я имею в виду. И шуйские ситцы. Ну, в общем, пандемия, что она сделала? Она всех нас повернула лицом к корням, к себе фактически. Вот. Потому что, вы не поверите, я привезла елецкие кружева,
которые оказались в 10 раз дешевле, чем вологодские. И уже сейчас запускаю линейку блуз вот, под впечатлением работы с этими кружевами. Потому что всегда работала с вологодскими кружевами, но не могла никогда позволить их в серию, потому что это, в общем-то, ценник сразу. Надо сказать, что мы компания оптовая. Вообще начинали как оптовая. И вот только пандемия нас толкнула в розницу собственную. У меня был один раз в жизни бутик. Это в начале 2000-х на Петровке. Прекрасный бутик. Но тогда у меня еще не было такого сформированного серьезного производства. И бизнеса-то, в общем-то, не было. Были амбиции, и все. И вот этот бутик. И тогда я сделала выводы, что каждый должен заниматься своим делом. Торговля — торговать, а дизайнер — дизайнировать. В общем, что мы и продолжаем делать. Но розница, конечно, сейчас необходима. Своя розница у нас в интернет-магазине и в собственном шоуруме. Но, может быть, я сейчас открою флагманский бутик. Это еще такой секрет. Вот, пока сама еще не уверена. Поэтому не буду рассказывать. И розница, конечно, дизайнеру необходима как площадка. Вот я чувствую потребность в рознице для того, чтобы сверять свои ощущения с правильностью того, что я делаю для людей. И вообще полезность — это то, что, наверное, сейчас всех заботит, дизайнеров всего мира. Очень хочется быть полезным людям. Ну, красота — это прекрасно, но я всегда сужу по себе, сверяю вот то, что я делаю, со своими собственными ощущениями. И мои-то ощущения неутешительные для себя самой. То есть мне сейчас хочется гораздо больше тратить на впечатления. Впечатления от путешествия, от общения. Не на одежду как таковую. И сделать одежду таким качественным впечатлением, это вот как раз моя цель. И Игорь рассказывал о том, как прекрасные идеи вот с рубашками, а как раз на лекции в рамках выставки коллекции впечатлений в Третьяковке, на лекцию я пришла в белом своем пиджаке из коллекции «Весна-лето» с маркерами цветными. И по итогу лекции все, кто был на лекции, написали мне всякие прекрасные пожелания. Я подумала, что это прекрасный концепт продавать этот пиджак с набором маркеров в кармане. Вот. Мы это запланировали, кстати, к следующему сезону. Вот такая идея. Прекрасная идея. Ну, кстати, так вот, закольцовывая историю с выставкой, я все еще рекомендую вам на нее сходить. Она идет до 26 сентября. Выставка коллекции впечатлений идет в Третьяковской, в новой галерее Третьяковской на Крымском валу, в отделении Московского музея дизайна. Мне особенно приятно, что вы о ней сказали, потому что аудиогид к этой выставке написан мной и записан моим голосом. Вы можете прийти, закачать в наушники себе в телефоне аудиогид и слушать, как я там вам рекомендую присесть на креслице и почувствовать своим телом. Кстати, выставка продлена до 10 октября. Она же продлена. Прекрасно. Но все-таки... Вернемся к презентации. Я бы вернулся скорее к технологиям и к каким-то деловым вопросам. Потому что и у бренда Алена Ахмадулина, и вашего бренда произошли технологические изменения за последний год. Когда мы говорим про бренд Алена Ахмадулина, мы сразу говорим про трехмерные виртуальные коллекции, а вы ввели коллекцию дополненную реальность, ввели технологию дополненной реальности в коммуникацию с как раз байерами. Как это работает? Потому что я был на вашей презентации, помню, что там нужно телефоном навести на бирочку, тут же все появляется. Вот если мы пролистаем... Сколько слайдов? Давайте листаем. Листаем слайды, да. Вот сейчас мы долистаем. Вот оно. Вот оно. Это, как это работает? Значит, мы сделали такой пресс-день,
и пригласили прессу на показ. Пресса пришла на показ и ждала, когда же перед ней начнут ходить модели. Но оказалось все гораздо проще. Надо было подойти к кронштейну, навести на эти QR-коды. Вы, кстати, можете это сделать сейчас. Навести QR-коды на экран. Доставать телефоны. Отсканировать. Да. Эксперимент. И должна там зажить своей жизнью девушка вот ровно в тех одеждах, которые на картинке. Получилось? И она будет двигаться, вы можете пальцем ее крутить, там уменьшать, увеличивать. В общем, такая игрушка получилась прекрасная. Но игрушка работает как инструмент, или это просто игрушка такая? Вы знаете, мы внедряем сейчас. Это не просто, потому что в нашем менталитете, конечно, вот потрогать, а еще лучше надеть на себя, в этом подвигаться, посмотреть, как она, не жмет ли. Это вот просто неубиваемо. Поэтому нашим менеджерам по продажам пришлось тяжело. Но байеры, в принципе, очень хорошо восприняли эту тему. И сейчас показывают... Это коллекция текущего сезона, осень-зима. И сейчас эта коллекция уже поступила в шоурум, в бутики, вот там, где мы продаемся по стране. И сейчас байеры показывают эти фокусы своим клиентам. Любопытно. Светлана, продолжим, хочу вот эту линию Виктории, линию технологий, линию каких-то инноваций. У вас тоже появилась в бренде такая вот инновационная штука, как виртуальная одежда. Вот Виктория сказала, что их инструмент, он... Ну, такой, пока скорее больше профан и только постепенно как-то внедряется. А там виртуальная одежда, которую внедряет бренд Алена Ахмадулина, она имеет хоть какой-то коммерческий или бизнесовый потенциал, или это тоже такой вот пиар-ход, фан, красота, какая-то интересная штука? И вообще, с чего все это началось и почему вы сделали виртуальную, несуществующую в реальности коллекцию? Да, давайте, наверное, расскажу, как мы пришли вообще к этой идее. К жизни такой. К этой жизни, да. Когда начался локдаун, да, и мы все оказались дома, и было не очень понятно вообще, куда мы дальше движемся, мы все, всей командой, и, конечно же, Алена в первую очередь, начали изучать тренд-прогнозы, тренд-аналитику на различных профессиональных платформах индустрии моды. И в очень многих материалах на тему трендов, да, будущего звучала тема развития технологий и тема вот такого мира, да, где мы все будем жить в таком диджитал-пространстве, где наша жизнь будет, большая часть нашей жизни на самом деле будет протекать в виртуальном пространстве. Мы будем и решать рабочие вопросы там, и встречаться там с друзьями, и наша личная жизнь тоже будет там частично протекать. И у нас у всех будут аватары, которые будут жить, возможно, более интересной жизнью, чем мы. Мы будем им покупать одежду, покупать дома, заводить им виртуальных питомцев и так далее. И учитывая то, как все развивалось во время локдауна, я думаю, мы все помним, как начались встречи в Zoom, все перетекло в Zoom, и рабочие какие-то совещания, и встречи с друзьями, даже вечеринки в Zoom, появились виртуальные клубы, куда могли люди приходить потусоваться, так скажем. Ну то есть все на самом деле показывало, что все мы к этому и движемся. И мы всей командой начали очень глубоко изучать эту тему. И как раз в то время у нас шла подготовка юбилейной коллекции, потому что 21 год — это юбилейный год для бренда, 20 лет бренду Алены Ахмадулина. И в 2020 году мы, соответственно, уже готовились. И мы приняли решение показать, сделать такой некий тизер этой коллекции, показать его в формате виртуальной одежды, потому что было не очень понятно, получится ли у нас вообще отшить эту коллекцию в физическом виде. Она очень сложная, была задумана
придумана как очень сложная, вдохновленная дымковской игрушкой. И, ну, как бы... А есть ли изображение? Да, вот у нас, на самом деле, если следующий слайд пролистать, там как раз будет фото этой коллекции. Uh-huh. Да. И мы решили сделать такое некое превью этой нашей юбилейной коллекции в формате digital. Сначала, на самом деле, мы хотели показать ее на Алене, надеть на Алену, но потом подумали... Что же вас остановило? Мы решили, что будет классно показать виртуальную коллекцию на виртуальной модели. И мы договорились о сотрудничестве с российской виртуальной моделью, инфлюенсером Аленой Пол, тоже Алена, как оказалось. И она вот как бы как модель представила эту коллекцию. Ну, то есть у нас получился такой образ немного такой футуристический, да, то есть это дымковская игрушка, но в таком футуристическом прочтении, которое на самом деле очень было так актуально во время пандемии, потому что здесь такие шлемы-кокошники. Можно, пожалуйста, убрать этот слайд, это потом мы будем говорить. Пока верните, пожалуйста, да, коллекцию. Шлемы-кокошники, да, которые и во время пандемии стала очень эта тема актуальна, такой защиты, да, то есть здесь пересекается. И такие материалы футуристичные, ну и вообще формы вот вопрос, в целом. Да. Практическое применение. Картинка красивая. Она работает как просто картинка в Инстаграм повесить, чтобы все полайкали. Что стоит за этой виртуальной коллекцией, кроме вот того, что можно нарядно на нее поглядеть? Ну, здесь несколько, на самом деле, так сказать, целей. Да? Основная, наверное, сейчас для бренда — это показать то, что бренд новативный, да? Что он идет, там, развивается в соответствии со всеми современными трендами, технологиями и так далее. И мы хотим, чтобы именно этот образ бренда Ахмадулина, чтобы он транслировался. Да? Uh-huh. Поэтому для нас работа с этим трендом, она очень важна как часть нашей стратегии нашего бренда. Это первое. И это, здесь это больше, конечно, аспект маркетинга и пиара. Потом, конечно, есть аспект продаж. Да? То есть, в чем он выражается? Виртуальная одежда, она абсолютно продается так же, как там, в нашем онлайн-магазине есть раздел, где представлены виртуальные коллекции бренда. Мы их выпускаем регулярными дропами. Мы уже выпустили там порядка 6 дропов на разные темы. И эти предметы также можно купить. Ну, как сказать, купить? Ты, получается, присылаешь свою фотографию, а дальше волшебный дизайнер эту фотографию наряжает в трехмерную реальность. Трехмерную одежду на эту фотографию. Да, и ты, получается, покупаешь фотографию себя любимой в красивом наряде. Да, именно так. Это любопытно. Звучит немного, для некоторых, немножко. Сколько стоит такая вот нарядная фотография в наряде от Алены Ахмадулиной? Алены. Ну, в наряде от Алены Ахмадулиной она стоит там порядка от 7 до 9 тысяч рублей. Ну, то есть виртуальная одежда стоит почти как вполне себе настоящая. Смотря с какой настоящей одеждой сравнивать. Да, мы же тоже понимаем, в виртуальной одежде, так же, как и в физической одежде, существуют разные сегменты. Да? Mm-hmm. Есть масс-маркет. Виртуальную одежду можно купить за 999 рублей, пожалуйста. Но на самом деле, так же, как и с физической одеждой, давайте посмотрим на дизайн, да, посмотрим на все составляющие, и тут также можно сравнить. Мы mm-hmm. делаем digital couture. Он стоит соответствующе. Да, digital couture, да. Вопрос в том, насколько популярны эти покупки, как много клиентов уже вдруг появилось у этого сегмента. А следующий мой вопрос будет, он продолжать вопрос количества покупок, развития технологий. Mm-hmm. Но начнем с количества покупок. Да, здесь скорее у нас, сейчас образовательная функция, да, потому что мы рассказываем все равно больше, зачем это нужно. Но кто-то вообще покупает? Покупает, да.
покупают, покупают и в России, и на самом деле больше, конечно, покупают международное. Покупают блогеры, да, потому что это очень классная штука для создания контента, правда. Блогер сразу себя позиционирует как бы, как человека, который, опять же, отслеживает все современные технологии, б, что он в теме sustainability такой актуальный, да, что он не тратит деньги на покупку очередного наряда для фотосессии, а он покупает виртуальную одежду, и у него уже есть там как бы новый контент классный для своего блога, потому что, ну, как бы все там наши виртуальные луки, они выглядят действительно очень круто и очень, ну, фотогенично, да, в плане там постов в Инстаграм тех же самых. И да, блогеры очень любят, международные блогеры. Прям очень все это востребовано. Пока технология, я понимаю, такая довольно грубая. То есть сейчас технологии нет, то есть нужно нарисовать физически, то есть взять физически фотографию и ручками это платье к ней приклеить и дорисовать его. Я имею в виду, что маска в Инстаграме не требует никаких дополнительных действий. Я свое открыл фото в Инстаграме, маску наложил, и сразу на моем лице кокошник, щечки, реснички, все, что я хочу. А тут все-таки нужно довольно большую работу проделать. Как ты думаешь, когда может появиться и появится ли такая технология, или она уже есть, и вообще ждете ли вы ее, если она появится? То не удешевит ли это весь кутюр виртуальный? Ты имеешь в виду технологии надевания? Да, ну то есть когда... Нет, не удешевит, на самом деле, потому что здесь же, ну, как бы это создание еще самого предмета, да, диджитал-одежды, потому что, ну, как бы немногие знают, да, я расскажу, что виртуальная одежда, она создается, ну, примерно так же, как настоящая. То есть создаются лекала, они создаются в размерах абсолютно так же. То есть ты не можешь там диджитал-одежду там 40-го размера надеть на человека 44-го. Там реально есть градация лекал, такая же, как физическая одежда. То есть это все создается в лекалах. Это потом, когда, значит, это все собирается на аватаре, сшивается. Если там есть вышивка, то дизайнер, ну, как бы, тратит на это примерно столько же времени, как на ручную вышивку тратится в ателье, потому что это все прорисовывается по малейшим черточкам. То есть это реально большая работа. Да? И стоимость такого предмета одежды, она считается, ну, так же, как стоимость физического. Да, часы работы, ну, там, затраченные ресурсы. Ну да, но при этом при благополучном раскладе ты этот виртуальный платье можешь продать сколько угодно раз, а платье физически сшитое, ты вот на него потратил эти часы и продал, все, на этом цикл закончился. Поэтому в нем есть перспектива. Вопрос, как скоро мы дойдем до жизни такой, что будем все меньше покупать реальную одежду и все больше виртуальную? Ну, это как раз вопрос развития вот этой вот виртуальной составляющей нашей жизни, да, потому что, ну, например, мы уже перешли там по большей части в Zoom-встречи, в Zoom какие-то совещания, конференции, и там сейчас уже есть программы, которые позволяют там менять одежду, да, в Zoom, но они, опять же, будут совершенствоваться дальше, это очевидно, и очевидно, что функция там той же покупки диджитал-одежды для таких зум-историй, она тоже будет расти. Ну, опять же, вот эта история там с собственными аватарами, да, ну, Facebook же это уже делает, и это будет, ну, и дальше развиваться. Тоже это очевидно, что все это будет развиваться, неизвестно, насколько это будет приближено к тем тренд-прогнозам, которые мы читали во время пандемии, да, но, как бы, тем не менее, ну, очевидно, что эта часть нашей жизни, она будет скоро очень большой, больше, чем сейчас. Очень любопытно. Я могу ли перейти дальше к следующей теме, или ты еще хочешь что-то сказать? Давай я еще скажу, что очень важно про коммерческую составляющую, потому что диджитал-одежда, она продается как NFT-объекты еще, да, становясь уже таким объектом цифрового искусства, когда мы ограничиваем тираж. Но здесь нужно немножко объяснить, что такое NFT-искусство, NFT-объекты и вообще цифровое искусство, как живет сейчас. Собственно, за последние 10 лет очень активно развивается тема цифрового искусства, но не очень понятно, что есть подлинное, потому что вот есть мемасик в интернетиках. У этого мемасика есть автор, автор этой картинки. И по-хорошему каждый из вас может скачать эту картинку, сохранить ее у себя на телефоне и владеть ею как бы ее копией. Но кто владеет оригиналом?
Когда мы говорим, например, про Джоконду в Лувре, мы понимаем, что у каждого из вас может дома быть скачанная картинка Джоконды в Лувре, и вы даже можете ее распечатать и повесить на стену. Но это не будет Джокондой, потому что она висит в Лувре. И вот появляется крипторынок, блокчейн-платформы, которые позволяют превратить виртуальное искусство в вполне понятные объекты обладания. То есть у каждого виртуального объекта получается специальный сертификат, который легитимизирует его и делать его реальным и понятным. Таким образом, мы можем, например, виртуальную одежду превратить в NFT-объект, то есть сделать его вполне легитимным, сертифицированным, вам принадлежащим объектом искусства. Это очень круто, на самом деле. Да, мы сейчас активно над этим работаем. Прекрасно. Я просто смотрю на время и на то, что уже вечер поздний, поэтому хочу немножко так там подвигаться уже в сторону других спикеров и дальше в сторону как-то нашего развития разговора. Можно я тогда покажу ролик наш классный? Да. Ну, раз все показали ролики, я тоже хочу показать ролик. Да. Это последний слайд нашей презентации, пожалуйста, можно? Последний слайд? Да. Это онлайн-презентация, которую мы сделали тоже в честь 20-летия бренда Ахмадулина. Мы сделали такой, как бы мы не могли сделать физический показ, и сделали онлайн-презентацию нашей виртуальной коллекции. Было бы круто с музыкой, если возможно. Видимо, невозможно. Ну, видишь, он в презентацию вставлен, поэтому... А там есть музыка. Да. Чего-то не хочет. Но мы и так видим, что все очень красиво. Очень круто. А вот смотри, вопросик у меня такой есть, пока мы смотрим ролик. Вот эти виртуальные коллекции имеют какое-то соотношение с реальными? То есть, условно, шьете ли вы прототипы виртуальных вещей в реальности? Как-то взаимодействуют они с той физической коллекцией, которая висит в магазине? Или виртуальная коллекция сама по себе, а реальная в магазине сама по себе? Ты знаешь, мы тоже по-разному к этому подходим. И сначала мы создавали, ну как бы в виртуальных коллекциях создавали самые наши, не знаю, точнее не создавали, а как бы отсылали к нашим самым хитовым моделям каким-то реальным. Но потом мы поняли, что, наверное, для того виртуальная коллекция нужна, чтобы это было что-то совершенно отличное. Начали создавать такие очень сложные вещи, которые невозможно даже создать в реальности. Ну, например, там, если посмотреть нашу вот самую свежую, наш самый свежий Digital Drop, который посвящен стихиям, там вообще платье гром, да, где сверкают молнии, там платье облака, которое движется как облака. То есть это прям такие вещи, которые могут только в виртуальном мире существовать, и это, ну, как бы, на наш взгляд, очень классно. Да, это правда очень кратко, потому что самые безумные идеи дизайнеров могут быть реализованы. Да, абсолютно. Но, безусловно, во всех виртуальных вещах в них прослеживается ДНК бренда, да, это вот отсылки к русской культуре, к сказкам, отсылки к русскому костюму, к традиционным техникам и так далее. Только это такие уже царевны, более футуристические, они где-то уже там летают в космос, живут в каком-то далеком будущем, но все равно сохраняют такую свою русскую душу. Царевность, да. Прекрасно. А я бы хотел дальше переместить наш разговор, потому что и бренд Алены Ахмадулиной, бренд Чепурин, и бренд Виктория Андреевна — это верхний ценовой сегмент. Да, есть вторые линии, есть там, но все равно это верхний ценовой сегмент. Но российская индустрия моды разнообразна, в ней есть средний ценовой сегмент, есть низовой, есть русский масс-маркет, который тоже прекрасно развивается. И тут я хочу немножечко поговорить с Ларисой Меньшиковой, которая представляет российские производства трикотажа. Я так понимаю, что у вас в основном трикотаж, шапки, шарфы, красота, массовый сегмент, как раз более широкий. У меня есть несколько вопросов к вам. Один более каверзный и такой немножко зловредный, второй более понятный. Зловредный вопрос мой заключается вот в чем. Мы много говорим о том, что мы тратим все вместе в нашей индустрии свои силы, энергию, творчество на развитие лейбла Made in Russia, чтобы лейбл Made in Russia был не позорным, не зазорным, чтобы «Носи русское» казалось нам нормальной идеей, чтобы российские дизайнеры — это было круто. Но
Если в люксе мы как-то этого добились, и в верхнем сегменте ценовом носить русское — это прикольно, это классно, это cool, то в нижнем, а особенно в таком более широком масс-маркетном сегменте, масс-маркетовском, это все еще кажется как-то неприлично, и огромное количество российских производителей, выпускающих товары с широкого, оборота, рынка, пространства, в общем, довольно массовые продукты, они называют свои марки на итальянский манер, чаще всего, на немецкий манер. И вот там какая-нибудь Нарафаминская фабрика, Чебаркульский трикотаж или еще что-нибудь, а марка называется там Винченцо Маротти или там Рафаэлло Коттини. И это бесконечно. И камень, вы поняли, летит, камень летит к вам. У вас российские производства. А марка называется на итальянский манер Нарьялли. Или на... Правильно произнес? Да, да, правильно. Нарьялли. А на слогане вашего логотипа, значит, на логотипе норвежский флаг и, значит, вдохновлено Норвегией. Во-первых, связь Норвегии и Италии не очень понятна. Во-вторых, ну, шапки... Трикотаж, теплая одежда. Почему не Сибирь? Почему не Якутия? Почему не русский кот? Почему Нарьялли и Норвегия? Сейчас расскажу. На самом деле у нас все прозаично. Я проработала всю жизнь в фэшене, управляла многими фэшн нашими компаниями и в люксе, и в среднем сегменте, и в массе. И один раз, значит, ну, наверное, у многих, я не знаю, если здесь много работающих женщин, да, бывает такой этап перегорания. Ты не можешь ходить на работу, и ты очень хочешь креативить. Я понимаю, что вообще мы не дизайнеры, я не изучала моду. Но когда ты понимаешь, что такое ассортиментная матрица, ты понимаешь, что такое стилистика, да, вдруг в тебе просыпается вот этот росток творчества. И в один прекрасный момент я не смогла купить шапку нигде, ни в одном магазине. Я поняла, как маркетолог, что эта ниша совсем не занята. И очень быстро как-то родилась первая коллекция, 11 артикулов, где самая была такая главная фишка, что аксессуар должен, первое, тебя украшать, второе, он не должен портить твою прическу, потому что все, что продавали на рынке, были такие маленькие презервативы, которые все надевали на головы, и поэтому все женщины не любили шапки. Это было 10 лет ровно назад, когда вот как раз я создала этот бренд. И, соответственно, из этой потребности родилась эта история. Но уже тогда в семье мы были за ответственное потребление. И, поехав на Пиццифилати в Италию, я увидела, какое разнообразие пряжи, оказывается, есть в мире. А у нас в России были, ну, какие-то скромные полушерсти, да, там очень таких страшных. С пряжей в России все плохо, да, правда. Да. Вот. И, соответственно, мы сели с сыном, и когда путешествовали по Норвегии, ну, прям открываю, на самом деле, такой секрет, да, мы решили, что если мы назовем сейчас бренд русским названием и будем производить из итальянской пряжи, то мы не сможем объяснить свою цену, к сожалению. И поэтому это фантазийное имя, оно было зарегистрировано, бренд был зарегистрирован в Норвегии, потому что как раз Норвегия — это потрясающая страна, где... Очень много времени люди проводят дома за вязанием. Там вяжут и мужчины, и женщины. И я объездила всю Норвегию, была в разных деревнях, собирала огромное количество жаккардов, узоров, плетений всяких разных. И вот эта вот история норвежских сказок, переплетения, она на самом деле дала бренду, ну, какой-то такой огромный совершенно творческий посыл. И мы начали, соответственно, свою историю. Но я еще такой большой патриот очень и русских дизайнеров, правда, и вообще нашей страны. И когда, соответственно, мы очень много что производили в Китае, в Турции, мне всегда было чуть-чуть обидно,
что мы такие умные, наши технологи на самом деле подняли Китай, и сегодня прям большой респект и европейским технологам, и нашим, и Косыгинскому институту, да, но получается в своей стране мы ничего не можем. Сегодня была потрясающая, на самом деле, панельная дискуссия по поводу экономики простых вещей, и здесь сидели предприниматели, которые именно производят в России, они говорили, да, что им надо для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Говорили о кластерах, да, ну и о многом чем. Вот. И я решила так, что вот хочу поднимать такую русскую промышленность. Я тогда мало знала о трикотаже, потому что в ассортиментной матрице брендов аксессуары занимали всегда там 5%, ну максимум там, не знаю, 7%. Это был всегда очень маржинальный продукт, но мы так сильно как-то им, ну, не углублялись, не занимались. И я не очень много знала о трикотаже, а вообще об искусстве вязания. Оказалось, что этим можно заниматься всю жизнь. Теперь я понимаю Соню Рекель. Ну, наверное, до конца своей жизни буду эту тему как-то углубляться. Ну, для меня она такая очень интересная. Я вот могу сейчас вас чуть-чуть перебить и просто завершить мою провокационную мысль. Вы сказали, что назвали свой бренд итальянским и ассоциировали его с Норвегией, хотя производите в России, потому что так будет лучше продаваться. Да. То есть, исходя из этой логики, правильно я понимаю, что если вы назвали бренд каким-то русским фольклором, северный, там, не знаю, какой-нибудь приозерским, не знаю, волшебным именем, то он бы продавался хуже, и люди бы не покупали шапку за 5000 рублей, если бы она была Василиса. Ну, даже сейчас у нас шапка из альпаки в рознице стоит 2500, потому что у нас такая миссия, да, мы хотим, чтобы все девушки и женщины в России, да, носили аксессуары из натуральных пряж. Поэтому мы привозим альпаки и кашемиры. Но 10 лет назад, если бы я своим оптовикам, да, рассказывала историю про русскость и все, они бы меня поддержали. Но новый бренд, ему бы было очень-очень сложно пробиваться, да, на полки магазинов. Да, поэтому название бренда очень нам помогло. Ну, меня немножко печалит эта история, потому Ну, это жизнь. Это так, мы так относимся к себе, да. Мы считали, что в Италии все лучше, да. Да, мне средний потребитель. Потому, что в 90-е мы уже изжили вот это все. Когда в 90-е Чебаркульская фабрика отказывалась от своего названия в пользу Марчелло Готти, потому что там Марчелло Готти — это реальная фабрика в Козельске. Хорошая фабрика, кстати, в Козельске. Мужскую одежду делают, но Марчелло Готти. Потому что если они назовут «Козельская фабрика», да, никто не купит. Вот. Но обидно немножко, что как-то русские бренды здесь печалятся. Мы движемся ближе тоже к завершению. Но есть буквально пара вопросов к вам и к, собственно, Виктории. И вопрос к вам у меня такой финальный. Про массовые продажи, про продажи на больших платформах. Продаете ли вы на Wildberries, на LaModa? И если да, то как? Если нет, то почему? Мы продаемся на LaModa, у нас такая коллаборация с ними уже 7 лет. Мы продаем там именно новые коллекции, и я обожаю их, потому что они реально двигают моду, они двигают новые коллекции. А Wildberries — это, конечно, история стоков, да, или каких-то... У меня это ошибки производства. Uh-huh. Это когда федеральная сеть там что-то заказала, да, а потом она там, ну, не знаю... Какие объемы голубой, у вас на LaModa? В штуках? Ну, например, да, давайте будем говорить о вас в штуках в какой-то период. Ну, знаете, вот в штуках, чтобы... я не знаю, ну, порядка там 15 миллионов розницы мы продаем в год. В рублях? В рублях, да. Ну, но мы зимняя такой... компания, еще все должны понимать, что у нас такой есть зимний тренд. Мы, правда, 3 года назад запустили еще и летнюю коллекцию. Мы делаем солнцезащитные очки. У вас основные очки. Продажи на LaModa? Из диджитала, да. А есть еще физические? Да, конечно. У нас 250 магазинов. В пандемию мы закрыли свою розницу. Мне очень повезло, что у меня просто прекратились договора аренды. И это меня спасло, на самом деле. А сейчас вот чуть-чуть мы устали от розницы. А на оптовиков и... вы выходите через большие выставки? Сейчас прям быстренько скажу, да. На самом деле, может быть, это будет интересно. Мы открыли для себя новый формат. Мы открываем корнеры в универмагах. И сами ими управляем.
а за комиссию, ну, грубо говоря, мы не платим аренду, да, но за комиссию мы сами управляем и своим ассортиментом, и своими продажами. Это оказалось, ну, потрясающе. И так как у нас предзаказные сессии, то мне тоже очень повезло, что в феврале перед пандемией я продала очень хорошо свою коллекцию, она была очень сильная, и поэтому мы в пандемии уже пришли с заказом из закупленной в Италии пряжей. Поэтому просто... Но возвращаясь к вопросу про оптовиков. Да. У вас основной выход на оптовиков через выставки? Предзаказная сессия. Мы их приглашаем, они приезжают. Шоурум. Шоурум. То есть в выставках вы не участвуете? CPM. На CPM? Да. Ну что ж, мне кажется, такая хорошая история, хороший кейс компании, которая выстраивает и свою розницу, и работает с большим, огромным опытом. Ну и я перехожу к нашему спикеру, который долго ждет своего часа. Виктория, приветствую вас. Мы все говорили про моду, про одежду, про продажи одежды, про то, как она работает. А Виктория Рещининова занимается красотой тел и лиц. Занимаюсь бьюти-индустрией, и, собственно, поэтому пара вопросов будет о том, как в этот постпандемический период вообще существует индустрия бьюти, индустрия косметологии, что с ней происходит. Ну, во-первых, салоны красоты, да, были закрыты какой-то период в прошлом году, но прошел уже год, жизнь нормализовалась, вроде как мы все в нормальном русле существуем. Как изменился вот за этот год рынок услуг, как он пережил этот удар, который был нанесен на него в прошлом году, и есть ли какие-то существенные изменения, или все встало на те же рельсы и благополучно по ним едет? В общем, бьюти оставили на десерт, я поняла. Конечно, красоту на десерт. На самом деле, понятно, что всем было плохо в пандемию, все мучились. Нам повезло, что мы клиника, у нас медицинская лицензия, и помимо косметологии у нас есть стоматология. И если косметологию сначала закрыли полностью, то стоматологию разрешили оставить только острая боль. Никаких плановых приемов, ничего. Оставляя острую боль, это прямые убытки, потому что на острой боли заработать вообще ничего нельзя, это нужно только доплачивать. А тем более, что издавались почти каждый день новые приказы, указы, где новая экипировка, которая дорожала каждый день. И в какой-то момент экипировка была дороже, чем консультация сама. И нас на самом деле спас наш онлайн-магазин. Мы никогда им вообще не занимались специально, потому что не хотели себя вообще клинику ассоциировать с онлайн-магазином. Да? У нас-то была некая витрина, но мы ее сделали вообще одни из первых, а салоны и клиники интернет-магазинов своих практически не имели, их можно было по пальцам пересчитать. И только, соответственно, продавалось, ну, просто в онлайн-магазинах косметика. А у нас были профессиональные марки, которые, в принципе, запрещены были производителями продаваться в онлайн. Поэтому мы не делали никогда корзину. Это можно было купить только после консультации с нашими врачами. И реально вот этот онлайн-магазин нас просто, он у нас взлетел, потому что люди звонили, они уже знали, уже там лет 7 было этому магазину, что у нас все можно купить. Люди начали затариваться, и мы вообще выжили только благодаря магазину. И оказывали острую боль тоже благодаря магазину. Это что касается тех нескольких месяцев того ужаса, который мы пережили. Потом, соответственно, стоматология сразу же взлетела, потому что народ никуда не поехал, на путешествия деньги не тратил и вообще решил заняться собой. И именно не просто там стали лечить зубы, а пришли имплантацию делать, там, не знаю, брекеты, которые 100 лет откладывали. А косметология, на самом деле, до сих пор не вошла в то русло, как была раньше, до пандемии. А почему, как вы думаете? Потому что, во-первых, одни поняли, что они и без косметологии могут обойтись. Кремастик намазать. Сами себе косметологи, да. Ну, кто что. Это я говорю про все случаи, да. Другие до сих пор боятся ходить к косметологам, потому что это близкое соприкосновение. Таких тревожных до сих пор очень много на самом деле осталось. Третье — это те люди, которые ходили раньше почти каждую неделю, стали ходить гораздо реже. Они ходят, но там раз в 3-4 недели. Они как-то сократили. Кто хочет просто меньше в принципе куда-то выходить —
кто-то не может себе позволить делать какие-то косметологические услуги. Поэтому из всех вот этих вот составляющих косметология пока не вышла на доктор. А если вот рассматривать сегмент и чек, то есть в общем понятно, что в косметологии уменьшилось количество покупателей. Но, может быть, изменился чек и качество покупок или нет? Или очень тоже все вопрос. Стагнирует? На самом деле, реально чек увеличился у всех, потому что стали приходить реже, но сразу захотели делать сразу несколько процедур. Там, например, и аппарат, и инъекции. И сам чек вырос, но на круг получается все равно меньше. Так человек ходил каждую неделю, он мог зайти еще в соседний кабинет, он мог купить какой-то крем. А когда он приходит раз в три недели, хоть у него чек побольше, но покупок этих он не совершал. А появились ли в кругу покупателей услуг косметологов люди, которых там никогда не было? Вот совсем новые люди, которые именно в этот период решили, что вот теперь я пойду красоту себе везде тут вколю. Ну, на самом деле, вот у нас появились новые пациенты, но это не из-за того, что не косметологически новые, а потому что в пандемию многие стали, до пандемии многие, в принципе, переехали жить за границу. Когда увидели, что у нас тут творится первое время чумы, и вообще все открыто и все прекрасно, народ ломанулся к нам. Они не новые в косметологии, но они, вернувшись сюда, они пришли и к нам тоже. То есть нельзя сказать, что вот появилось большое количество каких-то совсем новых для косметологии людей? Большого количества нет, но они появились. Объясню, кто. Появились те, кто после коронавируса получил проблемы с кожей. Это с кожей, в основном с волосами. С кожей получили проблемы больше даже не те, кто коронавирус принес, а те, кто с масками постоянно контактирует. И проблемы акне, они реально, даже сейчас уже это называют целое направление маск-акне, да, потому что это реально есть на самом деле. Поэтому такие пациенты появились. Видите, на пациентов уже сразу пришла проблема. До этого это в основном молодежь, которая до этого просто в косметологию еще не ходила. Такие появились. Ну и завершая этот блок, как вы думаете, как скоро восстановится индустрия? И нужны ли какие-то специальные действия, чтобы ли она восстановилась, или она сама должна просто устаканиться со временем? Ну, конечно, восстановится, безусловно, потому что еда, здоровье, красота — это все равно на первом месте, поэтому люди начнут все больше и больше ходить. И сейчас я уже вижу тенденцию, если весь год ходили больше на аппараты и на инъекции, то сейчас из-за вот этого полученного стресса люди хотят ходить на такие как бы антистрессовые процедуры, которые, в принципе, за последнее время они уже ушли, люди не хотели за это деньги платить. Сейчас люди хотят тактильности, потому что меньше люди общаются, меньше получают. Погладить, пожалеть, да, да, да. Вот сейчас полюбить. Я уверена, что вернутся и на эти процедуры. То есть тоже нужно в наше время, чтобы развиваться в индустрии, нужно добавлять немножко больше любви. Да, любви, психологии, общения. Прекрасно. Ну что ж, я предлагаю завершать нашу беседу, потому что она у нас получилась довольно объемной, уже вечер поздний, уже вот все замерзли. Очень любопытное время мы с вами переживаем, довольно сложное, особенно для верхнего люкса, тем более для локального. Но интересно то, что разные игроки рынка находят разные решения. Для кого-то это уход в спецпроекты, для кого-то в виртуальное пространство, кто-то экспериментирует с новыми формами продажи и расширением онлайн-торговли. Но так или иначе, пандемия сподвигает нас всех двигаться быстрее, грести ластами интенсивнее и искать новые маршруты, новые выходы и новые решения, что в общем и целом неплохо и позволяет нам двигаться вперед.
Так или иначе, мой взгляд на индустрию моды в России, индустрию красоты в России достаточно оптимистичен. Я не могу сказать, что какие-то гигантские проблемы и катастрофы мы видим. Напротив, я вижу, как открываются новые магазины. Вот сегодня у нас в дискуссии не было никого из среднего такого сегмента, но при этом этот средне-среднемолодежный сегмент очень активно развивается, и такие марки, как 12 Stories, Ушатава, Gate 31, открывают новые магазины и двигаются вперед, что в общем и целом выглядит как такая достаточно оптимистичная картинка. И то, что каждый в этой индустрии находит свой способ двигаться вперед, мне кажется, очень благостно и приятно. Поэтому я завершаю нашу дискуссию на такой позитивной ноте, радуясь, что каждый из нас может найти ту дверь, которую можно открыть, чтобы прийти к успеху, к развитию и к своим каким-то дальнейшим результатам. Спасибо прекрасным спикерам, спасибо нашим гостям, спасибо нашим виртуальным гостям, которые нас смотрят в трансляции. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемые участники, через 3... 3...